пошли. Ну идем. Дима, ты не спишь? Доброе утро. Да, я как видишь не сплю. Как спалось, Дим? Отлично, спалось отлично. Здесь хорошо. Машин нет, тишина, только речка журчит. Угу. Слушай, ты молоко козье любишь? Чего? Козье молоко, говорю, будешь? Да ты чего, его не пил даже ни разу. Не пробовал? Mm. Мы только что с соседкой козу Розу сдоили. Кого? Розу сдоили? Ну? Это кто? Ну, у меня коза Роза. Коза Роза, а козлик Фердинанд. Ты же их видел. Ну, потому что соседка сериалы смотрит. Поэтому так и назвала. Слушай, ты не передумал? По поводу? Ну, надо новый туалет строить. Туалет, да. Туалет, конечно. Я для этого уж так рано и встал. А сколько времени-то сейчас? Да 6 часов уже. Идем. Ох, ёп. Доброе утро. Как отдохнули, паня Дина? Доброе утро, Степан Михайлович. Все хорошо, чудно, спасибо. Или, может, я должна обращаться пан Степан Михайлович? Не обязательно. И Михайлович не обязательно. Можно просто Степан. Ну, что скажете? Долго нам ехать? До Пивгудыны. Полчаса, то есть. Там уже все готово, документы подготовлены. Все будет теперь от вас зависеть. Ну, так поспешим, поспешим. Спасибо. Вот теперь то. Степан Михайлович, я не совсем понимаю, почему оценочная комиссия не могла приехать сегодня.
Не хочется, чтобы дело затягивалось. Покупатели торопятся, вы понимаете. Я, естественно, заинтересована, чтобы документы были оформлены как можно скорее. Паня Дина, ну что вы так нервничаете? У нас тут такая красота. Давайте выпьем за ваше здоровье. И за ваше. Здравствуйте. Здравствуйте. Дина Михайловна. Здравствуйте. Это наш самый главный человек, пан Владислав. Владиславе, я вас попрошу, щоб пані Діну посадили за найкращий столик і обслуговували як королеву. Да уж, королеву. А если серьезно, хотела бы посидеть за строгим диетическим столом. Возможно? У нас есть диетический стол, за которым сидят очень приятные люди, и можете выбрать любое свободное место. Смачного. Смачного? Это означает приятного аппетита. Вот как. Спасибо. Вкусно? Очаровательно. Угу. А надо есть в санатории? Вдруг вы заскучаете? У меня есть особнячок просто в горах. Знаете что, Степан Михайлович? Я думаю, что если мы с вами правильно спланируем работу, то оформим документы дня за три, как вы говорите. Соответственно, на неделю мне незачем будет задерживаться. А що ви робите, хлопці? Дрова рубаємо. Хто ж так дрова рубає? А я зараз вам покажу, як треба дрова рубати. Гей, хлопці! За мною! Добре! Да. Діма! Стій! Ну. Замри! Та ні! А, ну! Єс! Тримай, рибу тримай! Юрку тримай! Тримай! Єс! Бачиш, шустро! Молодець! Учися, Юрку, як треба рибу ловити! А тепер рибу! Вигнати з-під каменя треба! На камені ноги мию, на камені сиджу, кругом... Тихо. Тик-тик-тик-тик-тик! Діма, на тебе пішла! Давай, підсікай! Давай! Молодець, Діма! Молодець! Давай сюди! Давай сюди! Молодець! Хороше! Хорошо! Діма, а оця йде прямо в мій... Не рухайся! Вон, я вижу, вот вона. Дивись, вона йде прямо до тебе! Прямо в твою обійма! Стій!
Не рухайся! Я, кажется, влюбился. Что? Я говорю, что я, кажется, влюбился. Влюбился в тюрьму? Давай! Вот там влюбленный красота тебе иде! Пицикай, давай! Дергай! Да! Есть! Есть! Я влюбился! Он в тебя влюбился. Ой. Думаю о ней не переставая. Не выходит из головы никак. Вот я идиот, мне надо было... Надо было хватать тачку, ехать за ней, а я дурилка картонная. На маршрутке к вам приехал. На нашку не упады. Она не сказала мне ни телефона, ни фамилию свою, нигде работает, никуда едет. В общем, ну ничего я о ней не знаю. Я думаю, ее можно будет найти. Да как ты ее найдешь, Юр? У нее есть какие-нибудь особые приметы? Какие приметы? Ну, там, родинка на щеке или, может, шрам! У нее... Шрам від апендициту! Ні, ну ти, Юра, ти краще помовч! Нет, вообще, привет и есть. Есть примет. Очень красивая. Блондинка, брюнетка. Да я не помню. Ну не, ну она светлая, конечно, светлая. А як побачишь, ты ее пизнаешь? Че, дурак, что ли, Юр? Я же говорю, стоит у меня перед глазами. Да не, все, потерял. Ну, це ще як Господь Бог дасть. Ну все, хлопці, мені пора йти. Приходь ввечері до нас рибу їсти з дітьми. Добре, у мене проба сьогодні. Що сказав? Проба, це репетиція. У нас Петро хором руководить в клубі. Та ладно, Петро! Да. Ти хором руководиш в клубі? Так, приходь, співати вмієш? Я прийду послушаю лучше. Чекатиму! Вот еще годик поработаю, и потом, знаешь, какой дом себе отгрохает. Все в нем будет. И свет, и газ, и ванна. И туалет салатовый. Да, туалет. Да ладно тебе. Семья у меня будет большая. Дом 5 комнат. И невеста есть. Правда, она еще не знает, что она моя невеста. Нравится она мне очень. Хорошая такая, красивая. А чё ж предложение не сделаешь? Попрошу Петра. Он пойдет к ее родным. И будет просить, чтобы Оксана вышла за меня. Откажется, даст горбуза. Тыква, по-вашему. Да? Согласится, даст рушник. А рушник это что? Ну, рушник это полотенце. Только это как-то смешно звучит. Даст полотенце. Рушник. Так лучше, правильнее. А вот еще одна. Девчонки, привет! Привет! Надька с Машкой пришли. Не разговаривай с ними. Почему? Меня Оксан как Надьке ревнует. Не разговаривай с ними. Ну-ка, это и может. Ой. Привет. Привет, ой, девчонки. А что вы робите? Чего? Ну, вы делаете что? Картошку копаем. А? Может, поможете? Да не, мы гуляем. А то погода такая хорошая, да? Дима! А? Иду, иду. Йо, Оксанка. Ладно, девчонки. Да мы не ревнуем. Пойдем мы. Хорошо. А мы пойдем погуляем. А нам работать. Ну, ну что ж. Хорошей прогулки. Спасибо. Пошли. Ага, да сейчас. Идем. О, боже.
Сан Саныч, я с детства терпеть не могу эту кашу. Не надо, не надо. Оставь сахар. Не надо. Добрый вечер. Приятного аппетита. Спасибо. Бонсуар. Как вас зовут? Дина. Дина. А отчество? Михайловна, ну я думаю, что лучше без отчества. Просто очень Дина. Приятно. Татьяна Владимировна, мой муж Сан Саныч. А это Иван. Он приехал из Минска. Вы когда приехали? Утром. А почему вы выбрали наш диетический стол? Хотя некоторым это нравится. Ой, боже мой, а кому это может нравиться? Кашки из запеканки. Я лично терпеть не могу. Но за все в жизни приходится платить. Мы артисты, Санечка. Спасибо. И за нашей бесконечной гастрольной жизни наши желудки настоящие страдальцы. Вот так вот. Первую половину жизни гробим свое здоровье, а вторую половину жизни его поправляем. Тата. Что тата? Тата, тата. Слово не дает сказать. И так всегда. Ну, так почему же вас не было на завтраке? Вы знаете, я в Ужгороде была. Удивительный город, очень красивый. Потрясающий город. Ну что это такое? Ну что это? Оставь, оставь. Ты четвертый раз прикладываешься. Ну что за дурацкая манера столько сахара класть? Это же вредно. Ну, и что же вам там удалось посмотреть? Та-та-та-та. Что та-та-та-та? Ну, дай человеку поесть. А, это да, да-да-да, правильно. Не надо, не смей, не смей, положи на место. Ну, а я убегаю. Почему? Ваня, вы даже чай еще не успели попить. Да ко мне жена приехала. Спит в номере, устала после дороги. Ну, а я бегу ее кормить. Ну, завтра и познакомитесь. Хорошо. Сан Саныч, ага, вот правильно. Иван здесь уже седьмой раз отдыхает. Вместе со своей женой. Да-да-да, конечно. У него очаровательная жена. Они поют вместе в местном хоре. Но знаете... Тата. Тата. Что? Вместе в хоре поют? Да. Здесь замечательная капелла. Вообще, украинцы чудно поют. Ну, с этим я согласна. Они удивительно поют. Песни красивые. Извините, пожалуйста, Дина Михайловна, вас к телефону, около дежурного. Меня странно, что у меня не работает телефон. Работает. А кто? Муж. Муж. Понятно. Извините. Санечка, а ты обратил внимание, какое недоумение у нее было на лице при слове «муж»? Поверь моей интуиции, у нее нет никакого мужа. Но в ней есть тайна или задача. Она вообще бездна женских тайн. Ну, что такое? Ну, ты такая фантазерка. Ах, боже мой. Ну, как же с тобой скучно жить, Санечка. Ты даже мне ни разу не изменил. Ну, почему ты такой нелюбопытный? Дина Михайловна, у вас к телефону. Здесь? Да. Угу. Алло. Ты, Кирилл, я не могу здесь разговаривать, мне неудобно. Перезвони на мобильный. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, я слушаю тебя. Я не хочу больше с тобой разговаривать. И не звони мне больше. Я для себя все решила. Да. Вот как. Красавцы-то какие, а? Дим, я скоро уезжаю. Надо деньги зарабатывать. Тут негде. Оксана все время одна остается. Все думаю, вдруг она в мое отсутствие кого-нибудь другого влюбится. Ты знаешь, если она любит тебя, то в другого она не влюбится. Это я тебе точно говорю.
О, вот чутье, да? Привет, холостяка! Ну, чутье, Петро! Прям вовремя! Правда, обіця нюх ніколи не підводить. А ви вже рибу смажите. Ну і правильно робите. Але мушу вам сказати, що риба без горілки – це як хата без жінки. Свіжак, женитися тобі треба. Ой, благодать. Слушай, здесь столько грибів. Просто ми гриби собираються. Вот она, наша любимая. Ты помнишь? Конечно. Хлопчики, привіт, мої рідненькі. Ох, козирлюги мої. Петро, твої що? Мої. Он, бач, господарство яке. Знайомтесь. Добрий день. О, і що це таке? Хто це Наталочка моя, а це Гіз з Москви. Діма. Десь ми бачились. Той самий, алкаш. Дуже приємно. А ну дай понюхати. Хто ж це таке зловив? Нюхайте, хлопці. Тато сам смажив. А де ми сядемо? Під яблуною. Так, помагайте. Рибу постав там. А ми мамі поможемо. Помагайте всі. Наталочко. Петро, може, помочь нужна? Ні-ні-ні, дякую, ми самі. Когда у тебя такой дом-то будет, Юр? Скоро. Идем, я тебе такое место покажу. Диви, яка церква гарна. Там за нею Оксана живе. Что-нибудь еще? Не, дякую. Степан Михайлович, почему вы здесь? Вы домой собирались. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто я не смог. Почему? Мне хотелось увидеть вас. Степан Михайлович, голубчик, давайте не будем усложнять. Нам с вами предстоит совместная долгая работа, поэтому давайте без глупости. Не сегодня, завтра ко мне муж приедет, извините. Да, да. Не звони мне больше, я не буду брать трубку. Все. Степан Михайлович, созвонимся завтра. А погулять не хотите? Вы же домой собирались. У нас тут рядом очень красивое село, речка. У меня там хорошие друзья живут. У них вы молочко парное можете взять. Сыр свеженький. Ну что вы так долго думаете? Ну хорошо, уговорили. Зараз мы Петро, видай. А, брить. Ще, ще візьміть. Та більше бери. Спасибо. Прошу, прошу, беріть. Помидорчик візьми, щоб їли гарно. Ой, чи то кістої, що сива гривонька сподобалась мені, там сидя. До добрих людей гості приходять. Куда товар принимає? Садись, садись. Привет. Чарченку зараз вип'єм твоєї. Скромно. Домашненька. А, ні-ні-ні, я не можу, вона така кріпка. Петро, можна? А що? Не бійся. Да. Вильця давай. Спасибо. Давай, це твій буде. У вас взагалі красиво. А що смотриться для вас некрасиво? Красиво.
Ну что, расскажите-ка мне о своей семье, Степан Михайлович. Расскажите про жену, про деток расскажите. Сколько их у вас? Та трико. Трико? Трое, значит. Два хлопца и дівка. Два хлопца и дівка. Ага. Дівка гарна? И хлопцы гарні. И хлопцы гарні. А жена? А что жена? Как что жена? Гарна жена? А Ирина Михайловна, какая же вы хитрая, а? Почему хитрая? Ну, жена женой. А как понравились вы мне? Так что ж делать? Не знаю. Світа терен, світа терен, листя опадає, то з любов'ю не знається. Оксаночко, ходи сюди. Окса. Сідай з нами. Ні, дякую. Вже пізно. Я, мабуть, піду? Оксано, почекай! Що ж це таке? А що случилось? Ну, поверніть їх. Юр! Юра! Як діти? Діма. А? Дима, вы? Здравствуйте. Это ж надо. Вот так встреча. Дмитрий. Очень приятно. Петро. Добрый вечер. О! Петро, знакомься, это... Она, Дина. Вместе с ней мы ехали в одном поезде. Дуже приємно. Здравствуйте. Петро. Очень приятно. Прошу вас до гостини. Степан, давай. Дуже дякую. Дякую. Заходьте, будь ласка. Наталко! Ми якраз сидимо. Наталко! Так ми як слід на голову. Та ні-ні, ми гостям раді. Наталко, купа гостей! Ой, привіт! Знайомтеся, моя Наталя. Добрий вечір. А це Наталя Діана. Добрий вечір. Проходьте. Форель у нас є. Все є, сідайте. Прошу, проходьте, будь ласка, сюди. Сідаймо знову. Вам буде зручно за столом. У нас гості були. Сьогодні цілий день у нас гості. Зразу к столу. Прошу, сідайте. Добрий вечір. Добрий вечір. Здрасте. Сідайте. А я Надя. Знакомтесь. Знакомая Димы. Мы познакомились в первый день, когда он приехал до нас. Да, Дима? Оксана, то вона не до мене прийшла. А до кого? До Діми. Що ти мені розказуєш? Звідки вона того Діму знає? Та знає. Він до мене приїхав. Вони на зупинці познайомились. Оксано! Всі знають, що тут ту Надьку. Всі знають. А та Надька, як тільки чоловік з хати, то вона собі шукає когось. Якогось дурня. Та в мене з тією Надькою нічого не було. А ну поклянися. Клянусь! Моїм здоров'ям поклянися. Оксаночка, твоїм здоров'ям я клятись не буду. Ну нічого не було в мене з тією Надькою. Відпусти мене! Іди до своєї Надьки, вона там тебе чекає! Оксана! А ви в санаторії остановились? Да, у Степана Михайловича в Квеліполяна. А де ж ще? Дима, а ви где устроились? Прекрасно. У знакомого. Да у Юрки. Да вот. Ага. Да. У крестника Петра и Наталки. Вы знаете, а в санатории есть свободные места. Можно остановиться с комфортом, процедуры, питание. Пользуйтесь случаем, пока Степан Михайлович за столом. Да, никаких проблем. Так, а зачем ему питание? Я и сама могу готовить. Все-таки казенные харчи есть казенные харчи, да, Дима? Цікаво, чого це він раптом буде їсти у тебе? Моя Наталка дуже добре готує. Так? Правда, Наталка? Ти приготуєш так, що... Нема мови, завжди приходьте. І до мене теж. Я в общем, чувствую, що голодним я не останусь. Да. Ні. Напиш, Наталко. Петя. Я думаю, нам пора. Ви извините. Правда. Ой, зачекайте. Да, да. Пойдем. Чай, кофе. Наталко, щиро дякую. Зачекайте, дуже не спішіть. Він проведе. Дуже смачно. Він вас проведе. Я цілую вашу ручку. Він проведе вас. Петро. А мы что, сами дорогу не знайдемо? Так, Петро. Будь здоров. Было очень приятно вас снова видеть, Дима. Петро,
И мне тоже было очень приятно с вами познакомиться. Всего хорошего. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Добрый день. До побачення. Что, выпьем? Что такое? Давай. Так вот. Новый товар привезли. Свежее пиво. Мария как раз разгружает. Так что мы тебя завтра ждем в гости. О, Юра вернулся. Я ж сказав. Так... Что? Все. Ну, пішли в хату. Пішли. Так, Наталко, я ж тебе говорю, как раз мені тільки привезли. Метро? Самое свежее, да? Що ага. Сталося? Заходь. Ну, сідайте, чого ви стоїте? Ну, а ну зачекайте. Хлопці, а ну виключили телевізор, полягали спати. Швидко, кому я сказав? Ну, тату. Ну? Из-за этой дурной Надки Оксана на меня обиделась. Сказала, видеть меня больше не хочет. Не успела приехать, уже с каким-то хмырем пришла. Мы с ней сутки ехали в одном поезде. Ведь не дала ни телефона, ни адреса, где становится. А я как идиот о ней думаю постоянно. Она меня к этой Надьке давно ревнует. Завтра утром пойду и все ей объясню. Нет, ну правильно. Может, ей верность некому хранить в Москве? Может, она к этому Степану специально и приехала? Та ну, я цього Степана знаю. У нього жінка і діти є. А ні одної баби в санаторій не пропустять. А ти звідки знаєш? Всі знають. Він сказав, що не п'є. Що за рулем? Потім він сказав, наливай, щось придумаємо. А що він може придумати? Вот. Що? Вот. Що? У неї останеться. Слухай, який ти став мудрий. Юрку, я аж дивуюсь. Навіть коли він в Ужгород не поїде, він же ж може переночувати в себе в кабінеті. Він же ж директор цього санаторію. Та знаємо ми ці кабінети. І Степан цього всі знають. Він навіть к моїй Оксані клиня підбивав. Ну, потрібна йому твоя Оксана. Думай, про що говориш. І що він буде вокруг Діна крутитися тільки для того, щоб в кабінеті потім остатися? І чого він возле неї вертиться? Вона тільки вчора приїхала. Хлопці, у мене є план. Робимо таким чином. Я піднімаюся в корпус, так? І запитую, де живеться Діана. Як її фамілія? Та я не знаю. Ну чому, не мог узнати за сутки? За які юбки ти? За пасів, чудо, за які сутки? Тихо, тихо. Когда? Тихо. Не узнати. Робимо так. Його кабінет на першому поверсі. Будеш в окна заглядати, Петро. Можна й заглянути, нічого поганого я немає. Не маю. Єдине, слухай, якщо її там немає, то ми йдемо спокійно спати. Зрозумів? А якщо ні? Я не розумію. Побачимо. Побачу. Побачу. Посмотрим. Ні, сидіть. Будьте тут. Зараз посмотрим.
хорошо. Случилось? Что? Ну, что ты молчишь? У нього хтось є. Звідки ти знаєш? Я чув, як вона сказала, щоб він не вмикав в кімнаті світла. Он сказав, щоб вона світ не... Та я поняв. Що ти поняв? От скажи мені, скажи, що ти поняв? Може то, може то зовсім не вона. А хто? Ну звідки я знаю хто? Все, мужики. Хорош. Вот. Это она, она, это она. Давай. Доброй ночи. Вам добрый. Тоже что-то слышится? Да, какие-то непонятные шорохи. Странно. Вот, справа она, Дина. Да. О, хлопцы. Тихо, тихо, тихо. Вася. Тихо, тихо, быстро, тихо, тихо, давай. Тихо. Поїхав. Все ясно? А що тебе ясно, Петь? Мені, наприклад, нічого не ясно. Ясно. Он зашел к себе. Через несколько минут он уехал на машине. Он мог быть в нее минут 35. Угу. Петро, а коли він до вікна підходив, він був одетий? Не бачу. Ні. Послушайте, 35 минут. 35 минут, що вони могли делать вместе? Ну перестань, ну що вони могли робити? Ну, ну сіли собі, чайку попили. Да какого чаю пить? Какого чаю? В темноті. Заспокойся, тихо. Ну що в темноті? Виключили світло, щоб комарі не налітали. Вона ж сказала закрити. Петь. От даремно ти. Так, где же мое лекарство? Где же мое лекарство? Ну, вот мое лекарство. Дмитрий Климов. Агентство недвижимости. Купи и живи. Вот это номер.